Под Николаевом многокилометровые пробки. В очередях по несколько суток здесь простаивают большегрузы. Фурам днем запрещено въезжать в город, они могут повредить асфальт. Но есть и еще одна причина. Подробнее об этом Кирилл Ющишин. Вот так сегодня выглядит дорога на подъезде к Николаеву. Сотни грузовиков в очереди. Одни ждут ночи. Из-за жары им запрещено двигаться по городу днем. Другие пока свернет свою работу весовой комплекс. Неделю назад в Николаевской области был установлен только один комплекс для взвешивания грузовиков. Все, кто ехал с перегрузом, а в основном это фуры с зерном в порт, успешно объезжали его по другой трассе. Теперь не выйдет, здесь тоже весы. Это на их усмотрение. Хочешь ехать, едете, хочешь нет. Ну а также обычно важим 40-120 машин по-разному. Водители явно перегруженных авто не спешат. Знают, если их остановят, многотысячный штраф гарантирован. До нас звонит начальник, говорят, где ваши машины. А мы уже вторые сутки стоим, не знаем еще, сколько будем стоять. У дальнобойщиков свои аргументы. Говорят, контроль в каждой области, штрафы драконовские, а дорог новых никто не строит. На ней плохая основа, на ней плохое все, понимаете? Если как бы вы ее ни латали, она все равно уже будет портиться, даже от легковых автомобилей. Вот только чиновники обладминистрации идти на уступки не собираются. Более того, решили окружить город весами со всех сторон. Тогда, говорят, будет смысл вкладывать деньги в дороги. Для того, чтобы обеспечить только проезжаемость, это миллиарды. Это несколько миллиардов гривен только на Миколаевскую область. Это я не говорю там про капитальное строительство, это я говорю про то, чтобы провести их до лада. Пока же очереди грузовиков растут, а водители, которые простояли в них по несколько суток, обозлены и в любой момент могут прийти к радикальным мерам. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер Николаев.